Во дворе дома на Пугачевском тракте 43 Куйбышевского района завершается благоустройство. По просьбе жителей здесь сделали асфальтовое покрытие внутриквартального проезда, парковочный карман, тротуар, входные группы, поставили лавочки и урны у подъездов. Работы идут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь в основном акцент был сделан на замену асфальтового покрытия. Здесь достаточно печальное состояние было у проезда вдоль дома. Кроме того, жители отдельно обращали внимание на то, чтобы мы организовали парковочный карман. Я хочу отдельно обратить внимание, что мы не ограничились проездом вдоль 43-го дома. Уже по другой программе ремонт внутриквартальных проездов мы продолжили этот же проезд, который идет вдоль 41-го дома, но потому что вполне логично было все это в комплексе завершить. По словам представителей подрядной организации, работы идут с заметным опережением графика. Осталось завершить укладку грунта вдоль тротуара и установить ограждение. Сейчас остались только работы по подсыпке после работы бортов. Вот, в основном все работы уже выполнены, то есть на 99% практически. То есть работа осталась на день, на два, и работа будет завершена. У нас контракт до конца августа. Жители преображением двора довольны. Самые активные не только участвовали в подготовке дизайн-проекта, но и сейчас контролируют ход работ, общаются с подрядчиками, дают советы. Дома более 40 лет. Никогда работы не производились. У нас было очень плохое состояние. Сейчас новые асфальтобетонные покрытия, тротуары, ограждения, лавочки. Поэтому все жители очень рады. В этом году в Куйбышевском районе по программе формирования комфортной городской среды благоустраивают 4 двора. 2 на улице Воздушного флота, на Новокомсомольской и здесь, на Пугачевском тракте. Благодаря этой программе ранее преобразился и сквер имени Куйбышева – излюбленное место жителей района. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.